чтобы мы успели там хоть это встретиться об этом. Не успеем. Процесс приготовления курицы. Курица у нас уже замаринованная. Сейчас там окажется яблоко. У меня у него на приставке, что уже начала снимать. Для истории. Да. У него просто на приставке же телевизор и все. Поэтому, ну, мне телевизор не нужен. Сырок. Написано минус 30%, а ребята, оказалось, нет никакой скидки, 3 евро. А, 86 центов скидка. Вот так может сделать, да? Обманщики. Я нормально. Положить на курицу, на сверху, или... Или как? Так уже не получится, что ее зашивать обратно, или что? Мы вот так положим, а потом перевернем ее. Чтобы потом яблоки можно было съесть. Наташа, любишь яблоки в курке? Я люблю. Люблю яблоки в курке. Ты что? Яблоки вкуснее, чем мясо. Было. Курка. Такой вот сырок. Типа дурблю. Может, он это и есть дурблю. Хорошо. Или это он стоит 3 евро. Короче. Я пришлю фотографию. Вообще, сыр непонятно. Настя, возьми телефон, пожалуйста. Это он. Это он, смотри. Это он. Настя, возьми. Это он, телефон. Вот. А теперь всем привет. В общем, это экспромт. Мы что-то придумали. Наконец-то приехала Наташа. Давно вы ее не видели. Это у нас не утка будет с яблоками, а курица будет с яблоками. Блин, там комментарии постоянно пишет Андрей какой-то. Может, это ваш муж? Наверное. А что он-то пишет? А фамилия на букву «Р», не? Ну там вообще очень много комментариев именно что, от Андрея. Нет, Андрею привет. И все, и сейчас наложим вот тут и все. Чем не знаю. Короче, это, наверное, может... Но мы потом перевернем и эти яблочки высыпятся. Тут пусть они, да. Чтобы они не высохла курица, а то она будет сухая. Давай как. У нас старый Новый год, 13 января. Мы потом эти яблоки вытащим, не пугайтесь. Так, да, да. Не пугайтесь. Картофанчик. Можно было бы чем-то, может, посыпать. Картошечка, как вы можете наблюдать, Наташа взяла ее специальную для духовки, чтобы она приготовилась. Да, это, Наташа? Это имитация будет... Сельдереем пахнет. Имитация печеной картошки на костре. Мы будем делать сейчас пикник. Картошка? Это у нас пикник. Настя уже духовочку приготовила. Хорош. И на сколько мы минут отправляем? Ну, будем смотреть. Это гриль, да? А вот на эти, да. Я хотела покурить. Расскажи, пожалуйста, про сыр. Что рассказывать? Сыр это расскажите. Точно как в рассказе о Генри. Там когда была головка сыра, и они не знали, куда ее деть, везде она воняла. Головка сыра. Ну, вот вонючий же. Ты прочитай этот о Генри, я там смеялась так. Все поняли. Где-то его спрятали, потом где-то его положили, и все время чувствовали, что что-то воняет. Что-то не то. И у нас тоже такой же сыр, но он очень вкусный. Ну, какой лучше, тот или тот? Я тут не пробовала, только вот этот попробовала. А что, этот тоже воняет? Ну, дорблю, по-моему. Не, ну этот хороший, этот не надо пробовать. А тот очень вкусный. Да? Да. О, запах вообще здесь на месте. Наташа пьет сок, чтобы не думали. Это, тогда мы возьмем вот эти бокальчики на стол поставим, да? Да. Для пепси-колы. Пепси-кола. Настя. Настя. Кибетчики. Все, кто в Германии или в Польше, наверное, о них наслышаны. Ну, или просто кушают, нравится. Запах приятный. Вообще похоже на наше украинское лечо. Вот по запаху. Вот такой вот. Такие вот перчики. С сырком. Ну что у нас тут происходит, ребята? Ножик какой-то длинный. Вот этот ножик.
Как там себя курица чувствует? Так, ну что, отгребаем или просто на это... Или пусть еще зажарится. А я еще наверху. Да? Ой, пусть еще. Ладно, пусть еще. Слабенько. Картошкой пахнет. Картошку, может, еще и надо будет и раньше вытаскивать. Ой. Фу, теперь меня отрыжка этого сыра. Чего тут фухаете? Сыр вонючий. Ничего не вонючий. Он, конечно, был бы хороший с вином. Сыр вонючка. Он вообще не пахнет. Вообще? Понюхай. Ну вот когда вот тут над тарелкой, то слышно. А вот так вот, он уже вонялся, он уже не пахнет. А что мне воняет? Не знаю. Может, у меня рецепт? Воспаленная носоглотка, и поэтому у тебя растет, да, запах. Может быть. Курить. Но... Здоровье вредить. Курить, здоровье вредить. Настя, бросай. А, уже. Вообще, в этом году еще не встречались, Наташа. Сосу вообще засранка. Я забыла за день рождения. Девчонки, что вы мне не напомнили? Все нормально. Наташа, у паспорта же написано 15. Да, конечно. Все. Значит, какие проблемы. Значит, празднуем 15. Да, празднуем 15. Я забыла. Я вот это вот, понимаете, за турком аж. Я уже, девочка, где была на Новый год? Почему я ничего не помню? Не было. Настя. Я же в Люксембурге. А что тут? Не нашла место. Что такое? Прощения. Иди снимай. Настя. Я уже хочу дома посидеть. Так мне капюшон повесить. Давай я пойду поставлю. Так, смотри. Салат сейчас я сварю еще. Оп. Ну что, в магазин успели зайти? Ну я же дошла, как дошла с работы. Ну мы... Вот это к сладкому столу. Ты уже не снимаешь ничего. А я сейчас быстренько салат сделаю. Побежали. Настя, перехват. Ты в органстол. Побежали делать салат. Пойдем, побежали делать салат. Пойдем салат делать. Бегом. Вот так. Картошка еще не готова. Вы говорили, где ты, где ты? Нет, я же говорю, все равно будет еще не готова. Да, сейчас я буду переворачивать. Можно перевернуть. О, Наташа, ты режешь вот эту капусточку. Да? Да. Доску. Да, я сюда. Нет, я ж помою еще. Доску возьми. А я просто. Ты будешь резать? Ну хорошо, режь, а я тогда переворачиваю курицу, да? Да. Так. А я тогда ничего не делаю. Сейчас возьму уже готово. Как у тебя на немецком? Ой, на немецком. Хорошо. Мне нравится, ну, хожу умница. С удовольствием. Ты умница, ты понимаешь, что у тебя получается? Я не понимаю, но стараюсь изо всех сил. Стараюсь изо всех сил остаться в Германии. Поэтому я хожу на немецкий. Славик тоже с завтрашнего дня, с понедельника идет. Серьезно? Ему дали курсы? Сказал, что идет на вечерний с понедельника 5 дней в неделю по 3 часа с 6 до 9. Воняет, да? Где-то недалеко здесь. Нет, не воняет. Где-то здесь. А он уже не остановился, он же сказал, что ему не нужны курсы. Я не знаю. Сказал, что... Вот такие вот, ребята, дела. И разговоры. Я буду без зависти неделю. Но мне сказали, что вроде бы сейчас уже новое годоположение, что курсы якобы не обязательно, за это никто никого выгонять не будет из страны. Но ты подождешь, когда все наладится, можешь возвращаться. Можешь не учить курсы, если не хочешь. Вот так вот. Процесс слаб. А это что такое за листики? Это же этот, как его? Ну скажи мне. Не знаю. Нет, первый раз вижу. Да не первый раз, ты видишь это. А кто это? На вкус? Непонятно. Так что это? Непонятно. Шпинат. Шпинат. Да? Я никогда не знала, что это дети шпината. Уже он маленький. Это дети шпината.
Спинат он очень большой, а это дети спинат. Дети маленькие. Так вот цепляли. Включимся, ребята. Видите, как у нас гости оперативно делают салат. 3 минуты. У вас это салат готов. Мусор, да, девочки? Да. Вот, еще и мусор сортируют. Видите, что творится? Салат готов? Да. Лимон, а лимона нет? Курица, скотина не готова. Есть? Скотина? Так грубо. Ну а курица, это же скотина. Курица, скотина не готова. А я уже бегу, думаю, съедят курицу без меня. Я говорю, не переживайте, курица все равно не готова. Чего спешит? Вот так, давай. Немножко это. Аня, что-то сыр наш, кажется, невкусный. Воняет он очень. А что за сыр? У нее, видно, восприятие какое-то. Слышишь, ты не курица вообще заболела? Красавица. Да не-не-не. А? Не, точно не ковид. Но неизвестно, что. Давай лимончик. Давай. Что это за лимонная кислота? Настя. А я все время лимон бросаю. Не, лимонная именно кислота. Ты же говорила, ее нет. Я нашла. Надо же этот чайник почистить. Я его почистила. Нет. Я лимонную кислоту сегодня кидала, я его умывала моющей. Не видно. Офигеть. Но внутри шкурка облазит. Шкурка. Люба принесла такую штучку. С гранатом. Мы на Новый год такое пилим, типа сидр. Настя, как обычно, играет, наверное. Я не играю, я смотрю конкурс из Украины. Из Украины так и будет. Кстати, очень так, красивый у нее костюм. Да, крылья эти, очень задумка. А ты видела прикол русской? Не видела? Она вышла, вот эта песня, знаешь, «Императрица», да? Поет. Да, как мне говорят. Поняла? Вот Аллегрова. Видела у нее костюм в клипе «Корона» русская? Вот эта Екатерина, помнишь, раньше была? Типа там великая. Нет, ну, спасибо тебе. А как вы себе представили? Короче, русский костюм, ну как, был намек на русский царский костюм. «Корона», «Красная», вот это все, короче, намек. Я... Хочешь, покажу? Как может быть намек Russian Today, если она представляет Россию? Ну, да. Ну, так и есть. Не, лучше мы втроем на диване сядем. Так, сейчас я на курицу еще покажу. Вот, понюхайте сыр, какой вонючий. Вот этот. Вот этот. Вот этот? Да. Он до завтрашнего дня, но он дорогой. 3 евро, ну нормально? До завтрашнего, он такой и есть вонючий, девочки. Написано 30%, в итоге скидки нету. Это козий жир. Это козий сыр. А где жир? Иди и читай. Да. Переводи. Да? Это козий. Да? Это козий. Какой вы пробуете? А ну покажи. Да, вот это. Что, вот козий? Это. Да. Очень воняет. Вкусный. Мне очень нравится. Да. Это козий сыр. Ну вот, Настя, все с тобой понятно. Очень вкусный сыр. Козий жир. Или сыр. Сыр. Это в холодильник надо поставить, наверное. Курица что-то медленно, но только слабо греет, видно. Угу. А что это вы поналивали? Кока-кола? Да. А это ваш, кстати, стакан. Вот это вкусное такое, Наташа. Там и на Новый год. Ой, вот такое... У меня ж пиво. Да это вообще как пиво. А мне оно не понравилось. 8 градусов, а то меньше. Клюква. Это не клюква, это гранат. Так что я буду портить, если у меня пиво есть? Да вам будет. Гранат я взяла, но... Даня. Я поняла. Гранат? Да, да, гранат. И что это такое? Это как сидр, да? Да, как сидр, очень вкусно. Мы брали с гранатом и с клюквой. Клюковка. А клюква нам понравилась? Нет. Нет, гранат мне вообще понравился. Угу. Клюква воняла рыбой. Рыгатель. У меня Антон уехал, ну? И дал мне пожить. Я поэтому тут. Ну, замечательно. Поэтому я тут написала девчонкам, что я тут ночую. Швейцарский сыр. Ну, а чё?
Жирные. Коза и... Жирность не меньше 48%. Но не написано. Швейцарские жирные. Да. Молоко. Козий или... Козий или... Короче. Сегодня вот это пили. Можно, да? Ну, это вам же стакан. После курсов пришла домой, да, повалялась. Я сегодня уже тут ночевала. Да? Да. Я вчера приехала. Вот так вот, я вчера не позвонила, пришла бы вечером ко мне. Всё. Я? Ну, как? Ну. Ничего? Перцы, ничего? Обалденно. Сыр внутри. Очень вкусно. Смачно. Вы где брали? Валди. Валди? Так это ж все, кто в Германии, они очень любят эти перцы. Да? Да. Но мы не в Германии еще. И в Польше любят. А с чего они? Успокойся, господи, что ты там несешь. Да, да, сейчас там, у меня есть для пива. О! Вот такая вот курочка. Такой видите, вот у нас стол на Старый Новый год. Курица там? Вот, вот как-то так. А не, по центру. Всех с праздником. Давай, вот так. Всего самого-самого наилучшего. Сейчас мы уже принесем. А может быть у тебя кого-то есть? Или это не то? Не то. А это что, это убрать? Хлеб не нужен нам? Есть еще хлеб темный. Нужен, нет? Я думаю, не нужен. Вам счастье, еще раз. Да. Старым раз... Новым годом. Еще раз всем... закрепим начало да. Нового да. года. Да. За победу. Все плохое пусть уйдет, а хорошее придет. Ну да, вкусненько. Скажи. Ну так это ж тортику надо, а не курица. Ну так, простите, мы же сказали безалкогольный вечер. Безалкогольный, но курица. К тортику. Виски. А там есть рулетик. ЧП. ЧП события Старый Новый год. Пошел по плану, видимо. Ну, сейчас начнут писать, вы что там, бухие? Нет, не бухие. Просто елка упала, и Наташа там светская под елочкой лежит. А Наташа занимается йогой. Просто мы такие ущербные, что у нас нет места на кровати, на диване, поэтому у нас есть... Я просто люблю лежать на полу. А что это у вас за люк там? Люк? На второй этаж кому-то ползать? А, может быть. Можно помечтать, да, под елкой. Да. А? Как будто я в лесу. Хотите прикол? Посмотрите, там где-то три. Посередине. Хотите. Хочешь? И что там? Пол стенки. Прошу прощения за суп. Что? Стенки нет. Как это идет стенки? Вот там. Ку-ку. Горячий? Да. Тут должно быть жарче. Вот так, да.